Не отходим от нормы. Второй осенний месяц обещает быть прохладным с минимальными осадками. Ртутный столбик еще поддержится на плюсовой отметке, но она будет невысокой. Средняя температура в октябре прогнозируется плюс 1 градус, что соответствует климатической норме. По количеству осадков их ожидается меньше и составит 15 миллиметров. Первые два дня октября мы прогнозируем температуру дневную до 18 градусов тепла в отдельных районах. Это будет связано с тем, что наша территория будет находиться в теплом секторе циклона. Температура в первой десятидневке будет на 3 градуса ниже средних значений. Термометры покажут до плюс 8, плюс 13 градусов. А вот во вторую половину до плюс 2, плюс 7 градусов. Ночные колебания температур от минус 8 до плюс 2. Одной из самых прохладных для региональной столицы станет вторая декада октября. Днем воздух прогреется до плюс 4-9 градусов. А ночью ожидаются заморозки до минус 10. Небольшие умеренные осадки возможны в отдельные дни середины месяца, а вот финал октября ознаменуется плюсом. Солнце прогреет воздух до 12 градусов, но только днем. Ночи так уже и останутся прохладными и морозными.